Чмо, обмен давай. О, стой, дай я кину ролл, блядь. О, давай обмен. Зачем нам он ролл, что-то я понять не могу. Ты хочешь ее заанролить? А вдруг щит упадет? Да у него и тапки и так уже заебись. Там 20 интеллекта, это ему никто не даст, что я так хреновая. Ну давай быстрее, Егор. Да не, хулипал, нахуй, не анроль, заебал. С ИВК выбьешь или с бульмагика. И Шаян ролл есть, что шаман. Да, молодцы, конечно. Ну ладно. Спасибо, хулипал. Красавчик. Ну ты просто, типа, я уже кинул на ролл, а ты сейчас такой, типа, мы с роллом шли. Рудак никому не надо, да? Чё там дальше? Там дальше везде по часу. Ставлю метки. Это ты череп, крест. Ладно, крест подальше поставлю чуть-чуть. Так вот. Для первой фазы. Чё это? Дайте ребаф по локу. Череп крест для первой фазы. Квадрат. Луна для второй. Первого носим в квадрат. Как она только взлетает, протопал, будешь давать по мне фридом. Как скажу, на второй фазе будешь забирать. Давайте все на бафный пул. Можно по сове каску и МП5? Да. На МП5 нельзя, потому что кулак будет перебиваться. Ну, чмон, кулак с бафой 10-минутный челом, потому что у нас не малет, и когда по мане сажусь. Ну, 10 минут не хватит. Потом перебафаешь. Либо пусть выйдут в лос-зону, просто бафнешь мне отдельно. Все, все готовы. Сова, ты же готова? Тебе опять дали? Каску дали? Рыба стоит. Дали. На последней фазе анонси, куда, в левый или под босса? А то да, я хуёво разбираюсь. Там ауру от льда поставьте, Павла. Стой. Ауру от льда возьми. Егор. Освобожденку максимум 5-6 стаков, милики точно так же. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Бам, отлетели вдвоем. Под переднюю, в переднюю лапу бейте. Бежали быстрее. Маг. Фридом по танку. Быстрее. Фридом по танку. Фридом. Лок. Неправильно встали, но ладно. Подбили справа близко. Справа близко. Чуть-чуть подбили. Тут у них очень мало хп, не разбивайте. Слева близко. Слева близко. Все в правую стопните урон, в левую бейте, слева по центру. Все, стоп урон, стоп урон, стоп урон. Справа близко, прям просто обойдите глыбу и разбивайте. РДДшники, ближе встаньте, чтобы убегать 100 пудов от обжигающего. Thank you.
Лох, не стакай надо. Фридом. Никто не уцелеет. Сова, кот, крест, череп, молодцы. Заход и, пожалуйста, обе метки, друзья. Ладно, не успел. Справа, обошли глыбу, обошли глыбу. Подбили по чуть-чуть. Слева далеко, маг. Право чуть-чуть подбили, прям чуть-чуть. Все, стопнули. Слева близко, обошли глыбу. По центру, не добивайте левую глыбу. Не добивайте глыбу, все, разбивайте. Бля, сука, галактично. Убегайте, убегайте. Ебать, Миша быстрее бы Рио. Сука, на тапку побежать не может. Она, блядь, меня притянула, я в воздухе тупо левитировал, блядь, перед ней. Потому что не надо так далеко стоять. Я близко перед ней стоял прям. Вторая фаза, первая метка, квадрат. Миша, залей Инар туда. Хант. Сейчас быстро разбили. Кота прохильте. Быстрее играйте по гробнице. Че в гробницу никто не играет? Пунька в центр. Пунька в центр, в центр, в центр, в луну. Все. Егор подхиливает. Все встали за глыбу, скинули стаки. Все скинули стаки. Не разбивайте, не разбивайте, не разбивайте. Ждите, холод пройдет. Все, разбивайте. Миша влево. Бля, вы чё, гоните? Прохилить не можете или чё? Нет, там дыхание. Ебало тут. А-а-а. Ну нормально, ты, кстати, Миша вышел. Сова, дай БР по коту. В центр, хант. Ты даун? Ты посмотри, ты куда встал. И где метка стоит. Лок, выноси в сторону, давай Геру шаман. Бурстите босса. Протопал, если можешь, меняй. Ну, сейчас так скину. Больше босса играй. Менять? Давай, давай, меняй. Все, дотанчик. Убегающий холод, убегай. Умирайте. Разворачиваю. Когда, короче, глыба не прячет от взрыва. То есть, если вы бьете глыбу, милики, короче, милики не бьют глыбу, когда там обжигающий холод, потому что он бьет через глыбу. Так я же это сказал, не разбивайте. Ну, кота чуть не уебал. Вставайте, заходите в инст. Как у нас откис, разбойник? Это, блядь, забуду, нахуй. Его холод замубило. Понятно. К
Кила с пеликанса мне или не надо? Не надо, не надо. Да не надо, что сидеть за твоем, ты чё гонишь? Прыгайте, там портал сразу. Я смотрел, просто на двух хилах освобожденка, и все равно люди продолжают стакать. Ты про миликов имеешь, или? Да не только про миликов. Ставь рыбу, Миша, давайте фулл баф. Давайте быстрее уже убьем и разойдемся. С разбойника надо, знаешь, что идти. Где разбойник, тебе РТ уже идет. Какое мне там половину? Половину? Угу. Ты типа через 10 минут все? Да не, с вами закрою похуй. Побольше берегу. РТ. Сейчас я АФК за одну минуту быстро очень. Да ничего, мы сейчас с нарубим снова, блядь, до лича. Вот упал. Нету, мы же вдвоем танчик. Бля. Джонка локо липал. Рога 6 стаков. Это тебе дабл. Протопал 5 стаков. 2. Крил показывает мне. Ну, было, я на 4 там. Бегай. Полипал лок опять фризом. Рога и хант. Хант влево, рога вправо. Отошли от гуд, отошли от гуд. Слева близко обошли. Отбейте чуть-чуть. Много не бейте. Много не бейте. Справа далеко. Все по правой стопните. По правой стоп. Стоп. Стоп по глыбе. Сова, стоп. Слева далеко. Слева далеко. Разбивать. Сова, маг, освобожден. Прохилите сову. Освобождем колок Эршам. Фридом. Все на лестницу встали.
Рога вправо, шаман влево. С охоты, пожалуйста, метки. Все. Вы чё, гоните? Бля, потому что не надо нахуй прыгать, когда на вас глыба. Встали, бля, и стойте. Вот. Ну, блядь, пиздец. Это как нахуй на осквернёнке прыгать в наличие. Не, просто близко были друг к другу. Да, где близко? Нужно прыгать. Они стоят, не стоят в метках. Не надо прыгать, блядь, когда на вас прыгает, это глыба. Скиньте мне смерть в свою обувь. Там близко просто стояли. Какой близко? Так же метки стоят. Там от двух склепов урон. Это не зависит от того, прыгаешь ты или нет. Просто близко стали. Прошла же не умри. Вставайте, заходите вниз быстрее. Не знаю, ты, ну, маг, придумал что-то. Рекламу, я эту синдру осваивал на X2 в 25 обычке. И у нас, блядь, строго-настрого было запрещено прыгать, когда ты стоишь на глыбе. И так всегда на Сирусе было. Я, блядь, я это не придумал. А ты рекаунт умеешь смотреть? Ну что в рекаунте написано? Ну, два склепа. Это значит близко. Ну, вы стояли в метках? А почему другие люди не умирали тогда? Если они тоже стояли в метках. Давай рыбу, Миша. Красную метку левее немножко подвинь просто и все. Да нет, ты чё, это же прыгать нельзя. Прыгать нельзя только из лужи, потому что пока ты в полете, система считает, что ты находишься еще на луже. Рот запал, маг. Бля. Давайте без хуйни сейчас ее убьем. На магии на холи палец пойдем. Блять, лок, ты гонишь фридом. Миша, бери его. Шаман влево, маг вправо. Че стоишь? Заход и метки. Вот видишь, ты прыгнул сейчас, тебе пол ебучки откусило. Не, как обычно. А маг фул хп. Слева близко. По локу дайте фул баф. Все, стопните по глыбам. Стоп по глыбам. Слева близко. Последний глыб разбивай. Слева близко опять. По локу дайте баф. Каску, МП5, лапу. Инту. У вас что, 2 хила в освобожденке? Мики много не стака. 3 стака максимум отошли, перестали бить. Миша, на тебе 8 стаков! Алло! Отбежали.
Мак. Все, минус мак. Сова. Нет, да? Сова, поднимай его. Я видел, здесь. Дайте фулбаф по магу, фридом по танку, давай. Маг вправо, Миша влево. Медведя, прыгни, медведя. Угу. Отойди, зайдись за глыбу просто и все. Протопал, не трогай глыбу, они слева далеко. Протопал, прижать и бить. Левый подбейте, по правой стоп. По правой фул стоп вообще. Справа далеко. Справа далеко. Все, по левой тоже стопните. По левой стоп. Справа далеко. Разбивайте глыбу. Лок повесит СС на себя. Нет, на сову повесит СС. Зачем на сову? Ну, на всякий случай. У меня боя уже нету. А, ну знаешь, вешеный себя лох. У нас в вождёнке хил есть еще. Только я один. А где вторая освобождёнка? Лох. А, понял. Отбежали. Освобождём к нершами. Фридом. Все на лестницу встаньте. Пунька, лок. Никого не убило, слева близко. Чуть-чуть слева далеко, близко. Чуть-чуть глыб подбивайте. Справа, прям близко за глыбы. Левую подбейте мне. Справа опять близко. Все, разбили глыб. Вторая освобождёнка, Эршан, вторая кто? Сова. Скоро вторая фаза. Пунька. Пунька, квадрат. Квадрат. Разбили его быстро разбили все. Свичнулись, разбили. Освобождёнка хп. Скинь бабу. Скинуть? Да, давай, скидывай. Лок в центр, все от центра отошли. Прохитерать, ты 4 дал. Разбивайте глыбу. Стоп по глыбе. Давайте добивайте. Влево сова. Добивайте быстрее, сейчас лок убьет просто. Блять, как так получилось? Убегайте. Да, из нахтения бежать туда. Шуман в центр. Вы больше по глыбе играете? Алло. У вас один хил. Убейте, Миша. Лок влево. Все, вайп, умирайте. Как так получилось, то что у нас, когда первая метка, то все это вайп. Как так у нас получилось, то что первая метка
мы вынести все правильно в квадрат, вторую в луну. И типа у нас притяжка только по следующих квадратах. Ну, там тайминги разные бывают. Бывает после, типа на второй притяжке бывает тоже. А может быть, типа, ну как фаза начинается на 35 сразу геру вжать и въебать бурстами и как можно больше урона. Потому что потом начинается вот эта суматоха с беганием, бля, глыбами и всей хуйней. Это единственный давай шанс проблемы. Давай в третьего хилас, давай в третьего хилас пик, если не будет проблемы. Так уже проблема не в хиле. Тут проблема именно в прохиле, то есть... Ну тут на просто нету ДЦ, на... который мог бы типа подсейвить. Ну на потому что глыб, люди дохнут от глыб. На двух хилах освобожденка и все. И не стоял. У нас более чем хватает DPS-а. Там говорят, что перед тем, как ее на вторую фазу перевести, если типа она обжигающую успела кастануть, и потом переводишь, типа. Там на второй метке вроде как нету обжигающих там. И, или на третьей, или на четвертой будет. И, или наоборот, если до обжигающего. Блять, не помню. Это за лупа, короче. Но это точно не из-за того, что прыгать нельзя. Я прыгал, и когда? А что там, время на шмотик там разролил, да? Давайте паролю еще. В три хила поинтереснее будет. Давай. Плечо роль. Надо ко мне. Кому не надо? Плечо. Посох Антоды. Обмен. Ноги. Руки. Так, что никому не надо. Следующие ролики. Так зачем ты меч-то обнаружил? Ну просто. А переблат. Нет, какой ро. Mm? Где? С чего ты взял, что я блат? Блять, если я блат. Так я, может, танки? Ну, так ты ролишь же на танк. Кто сказал, что я роль на танках? Ну, ты ролишь на ДД? Ну, ты дискорд посмотрел. Бля. Yeah. А, ну. Ладно. Что, никому не надо? Давай обмен полпокер. Нахуй мне нужно. Ты что ты будешь 9к ОД тратить на них? Ну давай, мне похуй. Ну шаманчик. Давай шаман. Говнище пособираю, раз нормальный шмот не получается. Давайте на баф на пол. Редро успехнулся. Пунька. Пошли, пуля.
Лапу дай, пожалуйста. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Геру дадим после первого обжигающего. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Лестницу сейчас стали. Лок влево, хант вправо. Ну или так, без разницы. Прыгали, видать, что-то духу я снесло. Слева далеко. Слева далеко. Слева близко. Разбивай. Разбейте меня. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Видом. Все на лестнице, что ли? Маг вправо. Угу. Ход и метки. Подбить чуть-чуть слева далеко. По центру. Вправо близко. Право, обидите просто. Разбивайте. Убегайте. Хант, если бы не тапки. Я бы не стоял, если бы не. Фридом. Все на лестницу, Фридом. Забудь мое имя, Мак. Прыгнул.
Справа две. Слева близко. Справа. Справа обойдите просто. Близко очень. Все разбивайте груз. Сами есть что освобождал. Чек за шторм влево. Стайки скиньте и убивайте. Разбивайтесь. Центр. Дай по нему каплю протопал. Ждите, спрячьте и ждите отжигающего. Не должен быть. Все отлично. Стойте, ждите, ждите, ждите. Уйдите, уходите, уходите, уходите. Влево. Все, маг, разбивайте. Давай, Геру, шаман. Шаман, Геру. Миша, возьмите в босса. Хан, блин. А. Все, хорошо. Здравствуйте, стой. Влево, Егор. Блин, ну вот как лог сдох? Ну, Миша, верни лоха. Протопал, ты можешь менять меня, кстати. Следующий в центр, фан в центр. Протопал меняет, ага. Фан в центр, да блин, ты как? Ну вот как вы просто. Стаки их... не скинули, стаки не скинули. Потому что они стаки не скидывают, их в том ваншотят. Убегайте. А почему вы стак? Угу. Заебись, у меня самого 20 стаков было. Маг в центр, все ушли с центра. Ебанешься. Я же вам даже анонсу, скиньте стаки. А чё, вы решили вайпаться или чё? Алло. Да. А. Но они не скидываются уже, что я сделаю. Вот так глыба, вон она стоит. Вы быстро глыба, они не скидываются, потому что её фрейм за глыбой. А. А до этого тоже не скидывались, да? Ну, наверное, прыгали там. Всё потому понятно. Что... Нет, потому что быстро вы просто убиваете томбы. Ты только подходишь к томбе, блять, она уже мёртвая, нахуй. Значит, одного челика убить. Вы не торопитесь разбивать, типа, ну, бля, вот эта суматоха начинается, нам некуда спешить. Вы за каждый тамбор должны скидывать стаки. Абсолютно да, за каждый. Да, спокойно, скинули стаки, побили, скинули, побили. Нехуй спешить, все нормально. Может, они этого не знали, что им надо за каждый скинуть. Решили пропустить, поэтому сдохли. Вы пропускаете, и у вас 4 стака, это 80% урона. Ну еще типа, если там кто-то, у кого-то стаки, можно по нему какой-то сейф прожать, я не знаю, Т4 или ДК, чтобы дал. Или типа того. Или, не знаю, капли какая-нибудь, что там сакра. Вот тебя ДЦ считывал лог, наверное. Другого объяснения нету. Сейчас ты, наверное, просто прыгнул, поэтому сдох.
Тут если прыгаешь, вздыхаешь, короче. Такую историю слышал. На тебе связки души нема. Да. Когда прыгаешь, она скидывается, короче, есть такой баг. Так и висят 8 секунд. Она их обновляет на 2 секунде, то есть, соответственно, на 3 секунде стаков вы должны находиться уже за глыбой. Наступает 2 секунда, она кастует ЛУЕшку, обновляющую стаки, вы можете уже выходить, вам не нужно стоять за тамбом. Дайте фулбах, понял. Кто может поносить стаки, пожалуйста? Ну, чтоб скидывать. Дальше. Да это, блять, сами люди должны смотреть. Ну да, лучше бы. Это пиздец элементарно. Ну, как видишь. ДК, тебе может щиток протопаловский? Или либо кулак? Каска лучше, ну да. Ну, каска у тебя в любом случае. Лучше кулак тогда. Это щиток бесполезный, понятно. Не, ну 3% урона. Ну. ДЦ нету. Ну да, в принципе, пофиг. Дай СС коту. Дохнет кица. Стой. Блять, ну все похуй. Давайте. Бля, хз. Ребят, скидывайте стаки просто за каждый глыбой. У нас нет ДЦ, мы не можем через одну скидывать стаки, нам нужно скидывать за каждой. Плюс тонкие, там прилетает почти по 20к. Освобожден к аэродру. Вторая кто? Давайте на прикольный пузом откидывать. Беги, малышка, беги! Вот вы так далеко стоите и не успеваете убежать. Freedom. Никто не уцелеет. Угу, молодцы. О, нихуя, сова прыгала. В центр. Ты заебал уже, успокойся. Там не весело. Слева близко. Контакт верните потом. В центре. Подбейте левую, пожалуйста. Слева близко обойдите сферы. Подбейте левую ханта Берни Артру. Левую разбивайте быстрее. Правую тоже. Правую Артру. Бэй ханта. К нему сразу каску, кулак. Интеллект. Лап обнови. Артру. Освобожденка. Миш, обнови лапу. Бегайте. Yeah.
На ком мы сейчас убеждаем? Эрдру и кто второй? Эрдру Мак. Мак, ты можешь стакать Freedom? Лок. Холит пал. Обойдите тут близко слева. Теперь также справа обойдите. До 50к подбивайте обе сферы. Справа далеко. Все, стопнули по правой, И по левой стоп, Слева далеко. Там у ханта волк забагался. Сука. Ладно, чем будет. Может, бьет волк его, нет? У него волк сдох. Освобожден хорошо, хулипал. Бежали. Освобожденка, Иршам, Лок. Фриду. На лестницу все ушли. Маг налево. Маг залагал. Отойдите от мага, отойдите на мага, отойдите. Справа далеко. Да не бейте. Все, стопните по правой сфере. В центре. В левую бейте. В центре. По правой стоп вообще. Левую стопните тоже. Все, стоп по сферам. Влево близко. Обойдите сферы. Слева близко тут. Давайте. Все разбивайте. Освобожденка хулипал Аршам, ребят, не стакайте. Перевели. Влево хант. Киньте стаки, только потом разбивайте. Все, все зашли за глыбу, все сначала скинули стаки, потом разбили. Следующий в центр, пунька в центр. Все спрятались за ней. Ждите, не разбивайте, ждите. Не разбивайте, ребята, нет. Маг влево, маг влево. Ну вот чё? Отойди, пал, отойди. Ну, блядь, ну что это за хрень? Бегайте, разбивайте левую, стаки скидывайте, разбивайте. Ждите 2 секунды. Пунька в центр. Станьте за глубу, скиньте стаки. Разбивайте. Хант влево. Разбивайте. Центр.
Бля, вы вообще урона по боссу не наносите. Ближе, ближе, встань, ближе, встань. Освобождёнка Шанха пал. Сейчас притяж. Кто-то пал после этого, мне менять надо. Лок не разбивайте, влево. Не разбивайте. Лок влево. Пусть милики работают по глыбам. Всё. Милики работают по глыбам, а РДД бьют босса. Центрально разбейте. Следующий каст убивается. Угу. Протопал, спасибо за смену, кстати. Ну, там было отбегите, я отбежал из лестницы, сразу и бежал к тебе. Че, убейте глыбы, че вы стоите, блядь? Да это вайп. У нас вообще, типа, 15% шло только. Начало второй фазы. Там добился полторы минуты. Может быть, давай, я говорю еще раз, вот мы переводим. Там пока особой механик нету, мы сразу въебем конкретно с Геры по ней. И там уже будем поспокойно дальше. Нет, милики должны абсолютно полностью либо да. Туннелить тамбы. А это дебют босса, все. За два милика все. Да не важно, они должны просто вообще до босса не трогать. Просто тамбы. Их задача довести томб сразу. Он только упал, вы доводите его до 10%. Вы довели его до 10%, все, чилите. Чись. И вот это еще раз повторяю, на вас есть баф, который висит 8 секунд. Вы 3 каста отдаете, заходите на 1 секунду. Зато.